Пеле является не просто величайшим футболистом, Пеле является синонимом слова футбол, и Пеле давно вышел за рамки футбола. Стоит сказать, что его назвали рекордсменом среди рекордсменов. Он мог забить 8 голов за один матч. В 17 лет он стал и помог стать Бразилии чемпионом мира по футболу в первый раз в ее истории. Он мог пробегать 100-метровку меньше, чем за 10 секунд. Это был величайших данных футболист. Поэтому мы не могли пройти мимо этой даты, тем более, что мы сами очень любим футбол. В картине изобразил не только Пеле, но и нас, фанатов, представив нас в виде точек, чье количество равно семизначному числу. Для меня было честью рисовать на его футболке.